ресторанным ценам, понятно? Вас обслуживать не будем. Субниты не будут хотят отроить эту дистанцию, какой-то таргет, что надо. Ага, да вот текст from me, понятно, текст. Значит, on my walk, вы снова это отворитесь от YouTube. Вы из меня таксов хотите, я вам ресторан цену жрачку буду добывать. Stop if you don't imagine, или я вас красиво лицо на меня иду. О, punishing action, если похитить, но дети, он хороший рокер, кстати. You travel, must have got work on YouTube, but I do not work. Скандалы закончили, ясно? Я сейчас рассматриваю любую провокацию, свой адрес ИСИ, как, значит, позыв к судебному действию, который я опять-таки вести не буду, а сразу. Ясно? И менять мне батареи на скандал с магазином Ашан и назад не надо. От контакта от посольства США об этом заключался вчера. Очень странно. Люди там решают дыры смехуе, а мы все про жрачку. Что-то странновато, мистер Путин, нас отпускает. А?